Привет, мои красивые зрители! Меня зовут Аня, и вы снова на моем канале. Мы продолжаем играть в Тока-Бока, и сегодня я устраиваю челлендж по сбору вещей разных цветов. Мы уже собирали самые яркие цвета, на очереди серый или серебряный. Я собираюсь показать вам, где найти самые интересные предметы серого цвета. Все подряд набирать не будем. Например, серые кастрюльки, которые есть в редакторе, или тарелки со столовыми приборами. Это мы трогать не будем. Я покажу только самые прикольные вещи. Ну а вы пока что поставьте лайк под видео и оставьте комментарий. Мне будет очень приятно, если вы меня поддержите. Всем желаю приятного аппетита. И давайте же начинать. Покидаем с вами домик. И отправляемся на первую карту, бесплатная карта. Начнем с катасвалки. Загружаемся. И давайте же достанем своего персонажа. Первые серые вещи находятся в гараже. Посмотрите, друзья, здесь есть вот такой вот серенький рюкзачок, серенький котик и подстилка. Двигаемся влево. Давайте осмотрим следующий гараж. Здесь, в принципе, ничего такого интересного нет. Единственное, вы можете вот такую вот шапочку себе положить. И следующий гараж – это одежда. Одежду мы можем найти серого цвета. Здесь есть такая толстовка. Еще одна повседневная одежда. И вот такие вот красивые шляпки, кепочки. В этой части ничего такого серого нет. Только можете забрать вот такую вот маску, а также накидку. Покидаем с вами катасвалку. И следующее местечко, которое мы посетим, это салон красоты. Отсюда я хочу забрать серую краску. А еще мы можем забрать вот такую вот подставочку. Следующее место, которое мы посетим, зона фудкорта. Отсюда мы забираем только одну вещь, а именно упаковочку, но не пустую упаковку. Мы сюда положим и упакуем fish and chips. Обратите внимание на такую серую газетку. Давайте закинем в коробочку и будем покидать зону фудкорта. Последнее местечко на этой карте – это почта. Листаем карту вправо. Давайте с вами посмотрим, что можно найти на полочках. Первое – это вот такой вот робот. Далее есть подставка для яиц. Яйца нам не нужны, мы можем их скушать. А подставочку заберем в коробочку. Также есть вот такая вот маска с голубем. И разные костюмы. Обратите внимание на очки. Продолжаем листать полочку. И следующая серая вещь — это кастрюлька. Но мы договорились, что не будем ничего такого складывать в кастрюльки и посуду, потому что их очень много. Поэтому давайте листать дальше. Здесь есть такое вот серенькое платьице. Забираем с вами одежду. И вот такое облачко. Тучку. Следующее, что мы заберем, это маска. Обратите внимание на эту шапочку. Она идет с серым помпончиком. Но основа синего цвета. И я вот сомневаюсь, брать или не брать. Мне она очень нравится, поэтому возьму. Мы долистали до самого конца. Давайте все упаковывать в коробочки. Маска голуби просто топ, она безумно прикольная. Листаем карту вправо. Следующее место — торговый центр Мол. Начнем с первого этажа. С самого начала, а именно с планшетов, с техники. Достанем своего персонажа. И начнем с этого столика, где серый планшет и стилус под него. На стоечке мы можем найти телефон серого цвета, серой оправе, хотя вроде и белый, но, наверное, под разным освещением он будет разного цвета.
можно взять ноутбук и вот такой компьютер, робот-компьютер. В принципе, вы можете еще взять всякие приставочки, камеры, они тоже переливаются серым. А мы давайте до конца дойдем, до самого цветочного магазинчика. И здесь найдем горшочки, а также семена. Мы все это дело закидываем в коробочку. Кстати, обратите внимание, есть еще лейка, но эта лейка есть в редакторе. Ладно, давайте один образец себе заберем. И будем подниматься наверх. Выходим из лифта и двигаемся влево. Доходим до самого конца, здесь продаются очки. И мы можем со столика забрать серое зеркальце. Ну и конечно же очки, хотя вот эти очки, они больше идут черного цвета. Скорее всего подойдут больше вот эти очки. Давайте возьмем один экземплярчик и будем двигаться вправо. Посмотрим, что находится в этой части. Здесь есть вот такие полотенца. Также мы можем найти блестящий серый лак. В самом конце в детском магазинчике есть детская одежда. Давайте покидать торговый центр Мол. Шестое местечко, которое мы посетим, это ХААС. Здесь серые предметы не только на поверхности, но и в автомате. Сейчас я обновлю коробочку на всякий случай. В некоторых шариках есть серые ленивцы. Посмотрите, друзья, сколько красивых ленивцев. Но мы заберем вот эти вот два. И давайте двигаться вправо. Можно здесь найти серые подушки. Сложим их в коробочку и со столика еще заберем ящик. Это больше черный ящик. Что еще можно забрать? Вообще много предметов с оттенком серого. Можно еще вот свечки взять. Хотя они больше черные, но не скажу, что полностью черные. Поэтому давайте заберем. Нет, часы точно черного. Покидаем с вами ХААС. Следующее место, которое посетим, здание суда. Давайте достанем своего персонажа. И начнем с самого начала, вот с этой вот части. Здесь есть фотоснимки. Серые фотоснимки, вернее черно-белые. Лупа и всякие фотокарточки. Забирайте нужные предметы и давайте двигаться влево. А, подождите, я чуть еще одну фотокарточку не пропустила. Отсюда я хочу забрать инструменты, а именно лопату, кирку, всякие гаечные ключи и молоточек. Можете еще взять отвертку. Все, полный комплект, у меня даже уже не упаковывается. Давайте с вами покинем локацию. Следующее место, которое посетим, это морской ресторанчик. Отсюда я хочу забрать только стулья. Вот такие вот стулья с ножками. Давайте возьмем два стульчика и будем покидать локацию. Да, там тоже еще есть серые предметы, серые всякие крышечки. Но не забывайте, друзья, весь мир только боком мы не перенесем к себе домой, но некоторые предметы забрать сможем. Давайте посетим банк. И отсюда я хочу забрать только вот такой портфельчик. Вы также можете забрать некоторые предметы по типу вот таких вот ваз. Ручки, карандаши, калькулятор, вот такую коробочку, в которой скрывается телефончик, если вы распакуете. Давайте коробочку, кстати, закинем, почему бы и нет, коробочка-то серого цвета. И еще в самом конце можете найти вот такое растение в горшочке, а еще серый ноутбук. И калькулятор. Давайте покидать банк. Последнее местечко на этой карте – больница. Начнем с нулевого этажа, и отсюда я хочу забрать серый поднос. Поднимемся теперь на первый этаж больницы
И отсюда так и хочется забрать вот этого серого котика, но пусть он работает, тут не будем его тревожить. А заберем подставочку. И еще можете вот такой вот приборчик забрать. Подождите, у меня это примагнитилось. Ладно, пусть оно там и останется, давайте покидать локацию. Листаем карту вправо. Многоквартирное здание, первый этаж. Вообще на каждом этаже есть какие-то серые предметы, но именно здесь я хочу забрать серую подушечку и картину. Вы также можете взять растение, посуду, если нужна. Но мы покидаем многоквартирное здание. Далее идем в дом творчества и начнем с нулевого этажа. Серый самокат. Очень классное средство для передвижения. Можете еще также взять барабан, серенький вот такой вот. И в принципе здесь все, что я хотела вам показать. Давайте поднимемся на второй этаж. Вот в этом шкафчике есть серая толстовка, и мы ее давайте заберем. Теперь покидаем творческий дом. И на этой карте забежим еще на свалку крампетов. Отсюда я возьму вот такой серый телевизор. Можете взять еще всякие инструменты, если вам они нравятся. И, кстати, друзья, если я что-то пропущу, дайте знать в комментариях. Ну, например, можете банку еще серую взять. Ладно, давайте тоже ее заберем. Покидаем свалку крампетов. Листаем карту вправо. На этой карте, если честно, вот я обошла все места и ничего такого интересненького не приметила. Может быть, я невнимательна и пропустила какой-то классный предмет. Напишите тогда в комментариях, какой предмет можно взять с летней карты. А мы давайте пролистаем дальше. И окажемся вот на этой карте, где у нас университет, общежитие. Посетим пока что общежитие. Тут, в принципе, много серых предметов. Давайте достанем своего персонажа. И предлагаю обновить коробочку. Так, подождите, у меня больше нет коробочек? Вот есть коробочка с телевизором, тут точно есть место. Давайте складывать награду, серый ноутбук, калькулятор и вот такая вот серая лампа. Еще можете взять такую лампочку. Здесь летающая тарелка наверху. Проверим шкафчики и найдем вот такую вот кофточку. Также вы можете найти подставочку. А здесь сидит милый котик. Тоже такой серенький, черно-серый. И мисочка. Листаем вправо, доходим до самого конца. С полочки забираем серые очки. А со столика письменного еще один ноутбук и лампу. Это все, что я хотела забрать из общежития. Давайте с вами его покинем и забежим в университет. Достанем своего персонажа. Тут есть шкафчик. И в шкафчике можно взять тоже предметы серого цвета. На самой полочке верхней лежит такой вот камень, лупа, всякие приборы для проведения опытов. Закидываем все это дело в коробочку. Но оно мне не закидывается, а почему-то магнитится. Уже который предмет магнитится. Ну что ж, тогда давайте с вами дальше двигаться. Обратите внимание на планшет. И еще один серенький ноутбук. Даже не один ноутбук, здесь еще один серый ноутбук, который мы закинули на шапку Давида. В левой части есть серебряная награда. С
складываемся серии предметы. Так, подождите, а вот это как оказалось на моей голове? Даже не на голове, а на самой верхушке кучки. Давайте оставим здесь и будем покидать университет. Листаем карту вправо, и здесь я хочу посетить одно вот это вот местечко, где проводятся соревнования для лошадей. Тут есть кубок серебряный. Мы закинем его в коробочку. Кстати, посмотрите, еще вот такая вот серая перегородка. Костюмчики можете найти. Но я захотела только кубок забрать, поэтому давайте покидать с вами местечко. Листаем карту вправо. Посетим осеннюю ярмарку. Тут я тоже собираюсь забрать только награды, а именно кубки. Давайте закинем их в коробочку и будем покидать осеннюю ярмарку. Обратите внимание на лейку. Кстати, такой лейки у нас не было. Ну давайте еще ее возьмем. Лопату мы уже брали, такая лейка у нас есть, еще и в редакторе можем найти. Давайте с вами покидать осеннюю ярмарку. Листаем карту вправо. Следующее место – парк. На этой карте хочу показать вам серого пингвинчика. Вот такого вот милого пингвинчика. Давайте его к себе заберем. И будем двигаться дальше. Листаем карту вправо. Посетим ветеринарную клинику. Ну, во-первых, в самом начале вы можете найти вот такие вот серые металлические предметы. Столик, правда, вы не можете в руку взять. Интересно, в коробочку он поместится? Нет, тоже не помещается. Либо у нас нет места, хотя нет, вроде бы место есть. Так, что ж у меня не берется это? Двигаемся влево, и в самом конце мы можем найти вот такую серую кепочку. Давайте ее тоже закинем в коробочку и будем покидать здание. Листаем карту вправо. Последние вещи, которые хочу показать, в двух местах. Это вот такой магазинчик с зоной фудкорта. Тут мы можем раздобыть серебряные какашечки. Для этого надо взять монетки из тайничка и закинуть в автомат. Давайте берем парня, чтобы ему какашка на голову не упала. Ну нет, у него черная шапка, не будем тебя трогать. Живи, живи, брат. Закидываем наши какашечки и двигаемся влево. Тут сидит серый котик. На столике есть серая чашка. И джойстик, игровые джойстики. Тоже серого цвета. Давайте перекинем все в коробочку. Есть ли еще вообще свободные коробочки-то? У нас почти закончилось все место. Я не уверена, что мне хватит до конца выпуска. Но нам осталось посетить последнее место. Склон, где катается на сноубордах. И в самом низу мы можем найти серебряный кубок. Вот такой кубок. Вроде бы мы уже такой находили, но давайте закинем в коробочку. И предлагаю покидать место. Сейчас я быстренько расставлю все вещи, и мы с вами увидимся.
что, друзья, я закончила расставлять все вещи. Посмотрите, как много предметов мне удалось найти. Если вы нашли что-то еще интересненькое, обязательно напишите в комментариях. А на этом я буду заканчивать. Всем большое спасибо за внимание. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю мира, добра, позитива и много вкусной пиццы. Всем удачи. Всем пока. Yeah.